Детские улыбки, радость и смех. Этого говорят руководители кружков Дворца культуры металлургов. Сейчас как никогда не хватает людям, которые оказались заложниками военного конфликта, развивающегося на территории Украины. Говорят, с яркой концертной программой приехали специально, чтобы подарить самым маленьким вынужденным переселенцам только положительные эмоции. Я думаю, что деткам хотелось бы как-то развлечься, отвлечься. А нам бы хотелось принять участие в их судьбе, хоть какое-то. Ну вот что, не надо отчаиваться, но все будет хорошо, все еще. Чтобы они радовались, вот мы выступим для них, чтобы они, у них осталось что-то воспоминание хорошее. Хорошее настроение детворе дарили порядка 30 юных артистов Дворца культуры металлургов. Специально подготовили самые яркие и положительные выступления. Зрителя удивляли танцами пиратов и матрешек, песнями о дружбе и хорошем настроении, а также зрелищным цирковым выступлением. Кроме этого, все зрители концерта прошли настоящее посвящение в пираты. Мне понравилось больше всего, как пели. А танцы? Танцы тоже. Деткам нравится, приезжают часто аниматоры, разные праздники каждый день, бывает и по два праздника в день. А вот сегодняшний концерт как вам? Хороший концерт, веселый. Главное, чтобы детям нравился. Им нравится. Воспитанники ДК «Металлургов» обещают, теперь в гости к ребятам будут приезжать чаще.